Уважаемые господа, сегодня, 11 ноября, мы отмечаем Международный день энергосбережения. Этому направлению уделяется все больше внимания, ведь энергосбережение очень важно для улучшения окружающей среды и в том месте, где мы живем, и на всей планете. Дед наш любит экономить. Он сегодня рассказал, что, послушав президента, лампу в доме поменял. Эти лампы нынче в моде, им и вправду нет цены. Позволяет экономить и надежные они. Всем понравится, внукам, детям. Эти лампы ярче светят. Их недорого купить и несложно заменить. А когда придет пора оплатить за свет счета, вот тогда ты скажешь: да, это вам ерунда. Всех теперь дед убеждает: товарищи, покупайте лампы энергосберегающие. Наверное, одна из самых важных для города. Ну, наверное, для области, для страны, вообще для мира. И вот ты сегодня наших выступающих показали пример, как надо экономить. И вы заметили, выступали без света практически. 261-й закон, который как бы положил начало этой работе и который еще только-только разворачивается, чрезвычайно важен, конечно. Я не хочу никого здесь убеждать в важности этой работы, потому что здесь присутствуют люди, которые действительно занимаются этой работой. А конечный итог этой нашей с вами работы должен быть в том, что мы на сотни лет должны продлить жизнь нашей природы. Я хочу нам вместе с вами пожелать в этот, не только в этот день, но и в последующие наши дни работы, чтобы вот 261 закон, мы тут приступаем к его исполнению, чтобы он у нас шел неформально. Всего вам доброго, успехов в этой непростой работе. Самое главное, мы должны с вами поменять менталитет наших людей. Объявить благодарность главы города.